раз вытаскивал палатки, вот человек пристроился сюда и думает, что по этому бортику невозможно пройти. По нему очень даже можно проходить. У него тут, кстати, две палаточки. Можно спрыгнуть и сюда. Можно даже допрыгнуть, наверное, до этой. Или нет? Можно попробовать сначала прыгнуть на вот это вот. Главное нам не попасть в ту сторону, там где машины. Так, штаны мы по-любому убьем. И ботинки тоже, поэтому чтобы нам не ходить без них. Теперь сюда. Ой, куда это я? Я не понял. На кучу упала, она меня как-то на стенку вытолкнула. Так, ну посмотрим, что тут у товарища. О, мешочек. Надо было все-таки садиться на вертолете. А почему? Обрез. А на вертолете я бы мог. Да, в принципе, можно было бы, наверное, вот сюда вот сесть. А мы, наверное, можем попробовать сделать так, чтобы его и разлутать. Я могу срубить у него. Так, кстати, я топор не взял. Есть у него топор здесь. Можно свернуть вот эту палатку, сесть на ее место. К сожалению, нету, товарищи. Мне вообще лук так себе, честно говоря. Так, что он тут? Ай-яй-яй-яй-яй. Матрешки делает. Матрешечки делает. Нехорошо. Будешь наказан за матрешки. Единственный минус, я не видел маленького вертолета. Я не знаю, есть ли на Красноставе маленький вертолет. Потому что маленький вертолет есть на СЗ, но он без автозависания. Я, конечно, могу и без автозависания сесть. Так вот. Очень плохо, что я не взял топор, пожадничал, думал, суицидно здесь и думал, суицидно здесь и топора не добуду. Так, а что здесь у него? Ну, тут пусто. Здесь револьвер. Так, ладно, свое одеваем. Штанишки. Вверх.
Винтовки, штанишки, прицелы. Любитель СКС-ок. И вот эту штучку хочу проверить, работает ли она на то, чтобы ее закапывать. Вроде собирались это сделать, но, видимо, нет. Так. А вот эти я еще не проверил. А, нет, это я проверил. Так, курточка. Рыбацкий. Так, здесь. Господи, ну. Чувак явный пылесос. Собирает всякий хлам. Непонятно для чего. Просто хламина. А, это, блин, лопата. Я уже понадеялся, что это топорик. Да. Ну, в принципе, я, конечно, сяду и так, палатку уберу, если мне не лень будет. Вертолет, я бы сел спокойно на вот этот вот кустик, наверное, или сел бы сюда. Блин, вот незадача. Берите топор, ребята. Ладно, я все выбрасываю, а там мы посмотрим. Так, кстати, надо одеть на себя хорошие вещички, там в сторонке их потом оставить. Стрелы, блин. Чувак, что ты творишь? Ладно, я пока приторможу, чтобы не отвлекать. Так, ну вот, все вывалили. Теперь сворачиваем эту тоже палатку. Кто это у нас тут блеет? Так, вот тут у него была. Почему-то не могу я взять. Вот он. Подшить эту штучку. Так, это нам не надо. Это нам тоже не надо. Ничего тут полезного как бы и нет. Так. Так, раздеваюсь и делаю суицид.
и прилетаю сюда. На другом вертолете пытаюсь сесть. Лучше бы, конечно, это было в Красноставе еще один маленький. Так, ну не очень удачное место. Так, еще раз надо самоубийство сделать. Так, я решил, что мне все-таки проще будет из электро доехать до болот. И там, если еще не забрали вертолет, я смогу на нем приземлиться. Вернее, даже не на том вертолете приземлиться, а на том вертолете либо полететь в Красностав и найти маленький еще один. Либо сесть на крышу того замка, где я оставил свой маленький на более крутом вертолете, пересесть в маленький, на маленьком опуститься внутрь. Забрать, ну что забрать, да так просто что-нибудь забрать, мне там в принципе ничего не надо. Палатки я свернул, вот возьму просто тот рюкзачок, который сам будет, и вещи, которые уже вот, больше ничего брать. Так, я тут скидывал вещи свои, но я их пока подбирать не буду, я возьму все-таки топорик. Возьму, наверное, бинтик. Конечно, хорошо бы взять курточку. Сейчас мы сделаем себе, я тут уже рубил, вот здесь вот. Да, не понял, а где она. Так, сделаем себе шину на случай, если сломаем ноги, когда будем приземляться снова туда. Так, я бегу искать вертолет. Так, мне очень повезло. Я нашел вертолет, причем он был в матрешке. Внутри него был маленький. Я вот взлетел на большом. Остался жив, он маленький стоит. Сейчас я большой поставлю здесь в сторонке. Может, его не заметят, а он мне еще вдруг пригодится. Вот этот старт.
учитывая FPS в 12-11, надо перезагрузиться. Вот. Ну, тогда запись получится из двух частей. Сейчас посмотрю, отличу от Чапаевска. Может быть, действительно перезагружусь и запись продолжу новым фрагментом. Так, ну вот, туман. FPS немножко поднялся, но тут все-таки на лаги влияет не только количество объектов, которые отображаются в кадре, но и которые, как я понял, присутствуют на карте. Минус, что у меня нету курточки, куда можно было бы скрафтить и положить шину, потому что если я сломаю ноги, у меня это все заруинится. Ну ладно, если мы будем внутри, я думаю, там кустик растет, мы сможем с него там что-то срезать, и бинты, тряпки там валяются, так что мы скрафтим. Все, на этом запись пока останавливаю. Ну вот, какая произошла неприятность. Только я вышел перезагрузиться, и внеплановый рестарт сервера. В итоге весь тот лут, который я выбросил с палаток, моя одежда, которую я разделся там в уголку замка, мой лут, топовый рюкзак, вся начинка разгрузки, калаш, который я оставил возле Чапаевска, естественно, это все исчезло. Выходил я возле Дубровки. Ну вот сейчас попробуем снова залутаться с нуля. Вот у меня все, что вот имеется на данный момент. То есть, в принципе, обычная кепка, за исключением того, что у меня есть топор. Вот, и несмотря на перезагрузку, очень слабый почему-то FPS. Так, можно сейчас двинуть, либо вот здесь есть лагерь, школьник, по-моему, или орленок, или еще какой-то. Там будет одежда, может быть, какой-то рюкзачок, может быть, спички. Вот. И либо сразу двигать на Красностав, брать вертолет и лететь искать хеликраши. Ну, в принципе, можно через лагерь на Красностав, можно сразу на Красностав. Сейчас я посмотрю, если вот здесь вот уже поблизости лагерь, то тогда все-таки, наверное, сразу лагерь залетаем.
домик, в котором ничего нету, по идее. Ладно, тогда двигаем сюда. Я так думаю, в горку. Так, куда-нибудь добегу, я запись продолжу. Так, ну, лагерь был, получается, за следующим пригорком. Вон там вот. Чуть дальше. И вот эта дорога. Холм, это если бежать из Хельма, то перевалив через этот холм, попадаешь на взлетку уже Красноставского аэропорта. Вот. А вот эта дорога прям ведет в Красностав. Мне, в принципе, в лагерь туда крюк давать нет смысла. По идее, там одежды, спички я планировал взять. Но если я сейчас возьму вертолет и отправлюсь искать ботов, потому что мне вот рюкзак нужен будет нормальный и желательно горочку непромокаемую у них добыть, то мне как бы этот лагерь не нужен, да? Я вот голоден, у меня ничего нету, и немножко мне холодно, но пока нет дождя, солнышко, я бегу, вот, поэтому я не замерзну. А насчет голода, ну вот сейчас по этой дорожке я буду пробегать магазин, может быть, там чего-нибудь из еды мы найдем, тем более вскрыть мы можем просто топориком. Не знаю, нужен компас. Пока возьму. Там, если что, выбросим. Так, краска точно не нужна. Ну, я вот не пойму, после рестарта у меня жуткий FPS. Может быть, из-за этого был рестарт. Я слышал, что там атаки идут на сервера Strike Arena. Может быть, это с этим связано. Потому что, ну, вот и я сейчас не летал на вертолете, ничего не забивал себе. Но, то есть, прогрузка просто жуткая. Так, ну нож, ну вроде как нужен, класть его некуда, патроны тоже, нет ничего тут подходящего для меня, нужна какая-то курточка, либо даже штаны побольше. Вот, ищешь топор, вот тут, пожалуйста, в магазине. Так, капкан, вот. Пожалуйста, вылез.